Всем привет на 177-м стриме, и мы сегодня продолжаем проходить игру Wings of Wii после очередного большого перерыва, потому что часто играть в эту игру я, видимо, устаю, ну не знаю, вот сейчас появилось опять настроение, решил продолжить, это уже 10-й стрим по ней. Привет, покер. Так, и сейчас я подумаю, как ее захватить, честно. Опять как-то спонтанный стрим. Ну, сейчас, я думаю, тут особо-то... Особо проблем быть с этим не должно. Единственное, только как чат расположить. Сейчас разберемся. По-быстрому. Ну, а то без настройки стрима на стриме вообще как-то скучно было бы слишком. Так, сейчас, надо чуть-чуть обрезать чатик. Да блин. Во, вот так вроде норм, да, в принципе, мне кажется. Вот. Ну что ж, у нас уже Wings of Wii версия 1.1. Но кто не понял, 1.1 это 1.10. То есть это уже 10 патчей на нее вышло. Так, play. Вот он наш Mortal Mod, 45% пройдено. 2000 смертей, почти 15 часов я играю, и у нас тут босс. Так, надо хоть исправление как-то вспомнить. Так, все. Ну поехали, че. Блин, босс, короче, жестокий, я помню. Ну и сейчас я его долго буду вспоминать, скорее всего. Пока тут с управлением с этим совладаешь. Как там, отпишитесь, пожалуйста, по звуку, игру хорошо слышно? Так, ну кое-что уже начинаю вспоминать. Ну блин, ну короче, уже первую стадию прошел, уже что-то. В принципе, можно сказать, что все уже вспомнил, что умел. Я-то, собственно, вторую стадию... А, не, вторую стадию я один разок проходил вроде. Да, я, по-моему, оставлял 5 хп, что ли, ему. В самой лучшей попытке. Блин, или нет? Короче, не помню. Ладно, будем новый рекорд ставить. Ну, не в этой попытке. Да ну, ну, что такое? В смысле я робот? Я не робот. Я ангел, видишь? Так. Блин.
Ну, кстати, я потратил сколько? 5 хп потратил. Но там что-то не очень понятно, как уворачиваться по-нормальному. Да не успеваю я среагировать. То есть я как бы мысленно успеваю среагировать, а ну, в управлении не успеваю. То есть я понимаю, что мне нужно сделать двойной прыжок, чтобы вернуться на лол. Я просто не успеваю это сделать. Да не фея, а ангел. Ну как можно было упасть? Как от этой атаки увернуться? А, там, по-моему, нужно чуть-чуть упасть и... Ну это, блин, это сложно. Надо нарандомить просто, чтобы этой атаки не было, и вот и все. Надо было на ангел мод играть. Ну чё, какой-то хардкорщик, что ли, ну? Взял на Mortal моде и начал играть. Да я что-то думал, что после босса уже ничего не будет страшного. На самом деле, Солгрин такой еще тралль. Ну это вообще фейл. Давай. Ну что это? Просто не могу вернуться ни от одной атаки. Да нафиг эта машина времени? Ну, в смысле, это хорошая игра, но, блин, я не брался ее проходить. А это я взялся проходить. К чему это вообще машина времени? Так-то еще, знаешь, как бы есть больше, чем 1500 айван. Я имею в виду, что я-то больше проходил. Причем даже на харде, на хардоне. Привет, год 36 рус. Уворачиваться от атак? Не, ну в принципе это хорошая идея, но мне кажется довольно сложно ее реализовать. Да что ж ты делаешь-то, ну хитрёный босс. Да ну вы не падайте в огонь. Да я не могу успеть ничего сделать. Что за фигня? Не могу ничего успеть сделать просто.
Какие же там дальше будут боссы, если тут такая жесть уже? Ну, правда, я не знаю, может уже конец игры-то... Ну, вообще, как бы по сюжету вроде как бы похоже, что конец игры близко так-то. Ну как, относительный конец. Ну, то есть, как бы, я думаю, больше половины-то я прошел, но все-таки. Наверняка еще там будет не один, не два босса. Ну вот я же поворачивался, ну как она крылышком там каким-то задела, ну... Ну 2 хп у меня осталось, ну охренеть. Ну я не знаю, как от этой атаки увернуться. Ну, я говорю, вроде помню, что там можно спуститься, но там такой тайминг жесткий, что просто его нереально выполнить. Потому что если я упаду слишком сильно, да, то я просто упаду и умру. Ну, от того, что как бы за экран падаешь. А если я слишком мало упаду, то ну просто задену босса и как бы смысла не будет. Да не падай в огонь, упоротая. А, это... Блин. Это другая атака. Я думал, тут он опять это сейчас будет делать. Ну чуть-чуть текстура не загрузилась. Я хз вообще. А ведь в лучшей попытке, как ну в предыдущем стриме, по-моему, я даже без урона один раз доходил до второй стадии. О, привет, Ролли. Чё, как там? Когда ты будешь Wings of Fate проходить? Да почему в этой атаке я получаю урон? А, там прыгать что ли надо в это? Я понял, там прыгнуть нужно. Ты все еще там этот день рождения не прошел, да? Уворачивайся ты от атак, ну хорош. Я что, в него камнем что ли зафигачил? Просто не знаю, что тут делать. Просто не знаю, как это пройти. А что такое аксион? Я просто не видел что-то, не видел что-то последнее стримил, поэтому я не в курсе, что там аксион или что там происходит. Как там змейка поживает, уже хочу увидеть, как ее будет в обидном проходить. Ну, никак. Никак змейка не поживает. Тор не предоставляет мне план на следующий уровень. Я, кстати, думаю, может быть, сделать стримы по написанию змейки. Только Фабино запретить заходить на них. Вот. И, ну, будем вместе обсуждать, какие там уровни сделать и так далее.
Метроидвания? Не видел ни одну Метроидванию вообще. Никак. Не только там у тебя, а вообще, короче. Много слышал, но никогда не видел ни одну Метроидванию. И чувствую, что это упущение, но тем не менее. Ну, у меня хп нету, понятно. Ну, хоть попробую увернуться. Вот, хотел от этого увернуться, только я нажал С вместо Б. Ну, или как там эти кнопки называются, дурацкие. О, повернулся нахрен. Ну хоть от одной. Ну. Ну блин, ну было же много хп, ну относительно, конечно. Б-босс, просто Б-босс. Жесть. У Солгрина все игры такие жопоразрывающие. Что с ним не так в детстве делали? То есть, вот, например, даже сложные там айваны, да? Но от них, блин, так не горит, как правило. Ну, конечно, бывает, там тоже горит, но, блин, почему именно... Больше всего, насколько я понял, у меня горело именно от Боши и от Wings of Fi. Больше, наверное, из-за хитбоксов в основном, да, так, ну, самое большее. А здесь из-за убийственных боссов просто, которые непонятно, как, что делать с ними вообще, они просто убивают. Ну блин, что-то лагануло игра, кстати, был. Вот, нет, все равно урон получил. Ну как, ну какого ж хрена-то? Уже 10-й стрим по этой игре, 10-й. Вообще охренеть, просто охренеть. Не, ну конечно, по сравнению с Боши это фигня. Ну, по Боши там около 80 стримов было, но, блин, все-таки. Я почему-то надеялся, что Wings of Fi более-менее быстро пройдется. Не знаю, что-то наивный какой-то. Ну, потому что, как бы, не знаю, я не думал, что Steam игра может быть такой сложной. Ну, вроде же там Steam игра, все казуальное, все такое, там, призык to win. А тут какая-то жара просто. Почему 80 стримат-то? Я ж не Фабино. Неплохо, неплохо. Ну куда ты? Ну как можно было там напороться на шип? Ну охренеть просто. Вот это хрен знает, как разметривать было. Это не среагировал ни хрена. Это просто меня убило. Зато 5 хп потратил.
Да говорят, что Dark Souls изич вообще, но я пока не знаю. У меня, кстати, в реквестах Dark Souls от Defender. Потом буду проходить, не знаю когда, наверное, летом. Если что, я даже не видел геймплей Dark Souls ни разу, так что как бы это будет чисто такой слепой забег полностью. Ну только знаю, что вроде там типа RPG от третьего лица или что-то типа того и все. Ну я же уклониться хотел. Ну куда ты на огонь прыгаешь? Ну охренеть теперь. Ну, чуть-чуть еще больше потратил. Ну, потому что попались легкие атаки, ну, которые вот эти вот по бокам он там бьет, это или там по центру только. То есть это можно размикрить. А когда он бьет сразу по всем частям, вот это вообще просто удаляет так. Ну, просто нахрен ее. Ну как не получить урон? Ну а отлично вообще. Ну офигеть просто. Я все собрал. Все, что можно было собрать, я собрал. Просто все. А у меня было до хрена здоровья. Вот Wings of Fear отличается тем, что когда начинается какой-то босс, ну может быть кроме там первого, да, где-то, кажется, что все, это impossible и ты его никогда не пройдешь просто, потому что такая лютая жесть, что охренеть. Ну вот, а потом как-то он потихоньку тренится и проходится. Вот сейчас я играю, да, мне вообще не верится, что я его пройду и там буду дальше играть, потому что ну что-то вообще настолько жесть, но мне кажется, все равно со временем это пройду. К тому же всего-то еще только 125 смертей. Ну для этой игры это уже немало. По идее я на таком числе обычно уже проходил босса. Но если сравнивать с каким-нибудь больше там, да, то это вообще фигня. Ну правда там смерти быстрее намного фармится. Тут здоровье есть. Полосочка. Ну, надо еще что ли выше подпрыгивать, когда он по бокам бьет? Я не понимаю. Похоже, что да.
Не, ну в принципе сейчас уже начинаю вспоминать, уже часто дохожу до второй стадии, и здоровье уже больше, чем одна полосочка у меня. Ну вот это сейчас было закраблено, просто в чистую закраблено. Потому что я цель не прожал. Привет, Дефендер. Когда финалка? Оп-оп-оп-оп. Ну, вернулся. Долети. О. Хеза, как от этого уворачиваться? А, налево надо было. Вот и слоу. О, я ему 4 оставил! Так это уже конец второй стадии вроде. Ты видишь, что у него клешни ярче становятся, которым... Да, вижу. Просто я не успеваю иногда реагировать. Просто не успеваю реагировать. Либо у меня в этот момент я там в полете, и у меня уже кнопки закончились. Ну, то есть, по-разному. Я, конечно, это вижу. После выходных? Ага, отлично. Вот я не успеваю просто. Кто не знает, Defender начал проходить Final Fantasy 6. Просто лучшая игра. По крайней мере, лучший сюжет. Ну и вообще, и геймплей там классный. Это же RPG. Ну, если кто-то совсем в танке. Ой. По-моему, сюда не надо было падать. Ну, блин, из-под меня земля ушла из-под ног. Да это стабильная багуля, я уже не первый раз тут падаю. Хорошие атаки идут. Камешки, вот эти летуны. Ну, зарачено. Ну, зарачено, ну что я поделаю. Ну ладно, в принципе, это такой... Да хорош падать туда, ну хп же до хрена было. Ну... Что такое? Надо на левую платформу, короче, приземляться. Блин, так столько хп принес. Можно было жить. Да ну. Ну, короче, почти с полным хп дошел. Не знаю, как этот атаки уворачивается. Блин, все равно получаю тут урон. Да центр же, он никогда не бьет вначале одну сторону, потом другую. После одной стороны он всегда бьет центр. И я каждый раз это забываю. Вот ведь. Настолько нерандомный босс, и я не могу его запомнить. А ведь пришел почти с полным здоровьем. Надо было тащить, а не пробить. О, как я задел сейчас?
Ну, сейчас уже намного меньше здоровья. Ну, может, атаки получше вот тогда. Ну, конечно. О, без урона. Вот сейчас центр будет. Ты, ну... Клешенки, клешенки. Где руки мои? Это вообще было идеально. Ну, вот это уже все сразу не очень. Ну, вот это все нужно закрывать. Ладно, можно попытаться что-нибудь замутить. Смотря какая атака будет, опять же. Ну вот эта атака просто стабильный урон. Я даже не пытаюсь ее размахивать. А, не всегда он с центра бьет. Не всегда. Лол. Не, роли там на предыдущем боссе как раз сидит. Не, на предпредыдущем боссе сидит. Вроде, да. Но зато он играет тоже на этой сложности, в отличие от Боши. Ну, просто Боши на ЕЗ, а эту на Mortal Mode, насколько я помню. Я на Mortal Mode. Ну, это типа нормал считается. Ну, конечно, у меня здоровья слишком мало. Сейчас он тройную сделает атаку, и я хз как жить. А что, Боши? Боши надо пройти. Ну хотя бы уж на ЕЗ раз ты начал. Надо же допройти-то, ну. Да Боши на ЕЗ проще, чем вот эта жесть. Ну, кроме Солгрина, может. Хотя на ЕЗ. Что там у Солгрина на ЕЗ-то там вообще щит ни о чем, и здоровья нету. Угу, столбок. Почти задолжил третью атаку. А в смысле, где, как? Чего? Я? Или ты про этого Мегамена? А. Ну, так у меня ее получалось, но просто, понимаешь, я не всегда понимаю. Когда он собирается выпустить своих этих кусачек, а когда он собирается тройную ударить, это не совсем очевидно. А, все, теперь я еще кое-что понял. Если он ударяет сначала в левую часть, то потом он ударит в правую часть. А если он ударяет сначала в правую часть, то потом ударит в центр. О, то значит, если я вижу, что он ударяет влево, то я стою по центру. Если вижу, что он ударяет вправо, то я иду налево. Все, надо запомнить. Ни хрена не запомню. Ну, раза два еще сольюсь, может, запомню. Так да там не хватает реакции, там же одно дело тут хотя бы прыгнуть, да, а там идти, понимаешь, это совсем другое, там не хватит скорости, нужно запоминать. По крайней мере, и мне не хватает. Ну.
А предыдущий босс был такой няшный. Прошелся за стрим вообще. Ну робот тоже, конечно, маски поделал. Ну что-то вообще зашло. Вот, это не то. Ну хотя, в принципе, неплохо. Так, значит, центр. Ну, скушал, чё. Ну ладно, ну почти прогресс. Что ты там? Ага, значит правый сейчас ударит. Ну, это же опять это так. Вот почему я вниз не хожу. Вот почему. Если бы не пошел сейчас вниз, может быть, и прожил бы. Ну, фиг его знает. Потому что я неплохо все размикрил. А что я там сейчас такое задел в стене, я не понял. Ладно, не важно. Ну. Я впервые до сюда дошел. Это рекорд. Ну чё, 3,5 ему оставил. Интересно, в чем суть-то тут? Ну, все равно получил урон. Да, он меня столкнул. Ой. Без урона.
Зря урон получил, конечно, все. Ну допрыгни ты, ну. Да ну не дает. Привет, Алексей. Ну, в принципе, уже начинает доходить до третьей стадии. Ну, это, конечно, сейчас явно не лучшая попытка, но рестартить не буду, пожалуй. Вдруг на второй стадии хорошо получится. Хотя 4 полоски осталось, это вообще не очень. 2. Ну запрыгни, пожалуйста, ядрить. Это то же самое, что первое, только в другую сторону, что ли? Ну, в смысле не страшно, а что, у меня есть выбор? У меня есть, как ты говоришь, как будто есть выбор. Босс довольно тяжелый. Не, ну надо сегодня его это решать. Ну нет, ну. Зарачено, ну зарачено. Так, ну, это было глупо, кстати, сейчас. Ну, фиг с ним. А мне так как дух захватывает. Кончик-то, конечно, тут зашкаливает, не поспоришь. Ну что такое? Ну он меня кусает. Ну, не, ну мало, мало хп. Даже если я вторую стадию пройду, мне на третьей опять ничего не остается просто. Стоп, стоп. Он справа ударил, потом он по центру должен был. Чё? Упор, что ли? Вообще неудачно. Ничего, тебе не должен? Ну не знаю, блин. Вот это я не, никак. Ну никак. Ну никак.
Не хочет микриться эта атака. Я не хочу ее даже пытаться микрить. Упал. Что-то я не доглядел, что он будет там бить. Ну, в принципе, неплохо. Хотя как-то тупо получилось. Ну как об эту, об это не надо урон получать, и я второй раз тоже не надо. Фу, без урона. Ну и кушай, кушай. Ну почему я не откадал, ни хрена? Чё с ним не так? А, это был не последний. Чё-то перепутал. Ядрить такие же точно атаки! Да его же можно добить тут! Только нужно не волноваться. Это очень сложно. Ну я ему почти 2 хп оставил. Ну блин. И конечно сбивает с толку, что в другую сторону все. Ну блин. Короче, в идеале, можно без урона пройти и первую, и вторую стадию. Ну, если она повезет, на рандомит, не затуплю и так далее. Жестокие это роли. Вот что я скажу. Привет, Ксенри. Что-то я просто упочил. Куда я упал? Ну, это удаляю. Ну, ладно, не буду рестартить, но... Это файл какой-то. А мог бы жить, вот если бы не за... Лоль. Один оставил, один! Ну все, надо мочить его. Ну
Интересно, у него там какая-то троляка в конце будет еще? Мне кажется, нет. Тут вроде бы в конце боссов особо ничего нету. Не, ну с двумя этими хп, конечно. Ну, ладно, потреним, так сказать. Все равно рестарт это то... Потренили, да. Все равно рестарт это то же самое, что смерть. То есть прибавляется счетчик, так что нет смысла особо рестартить на самом деле. Ну только для экономии времени. Привет, бобер. Давно тебя не видел. Ой-ой-ой-ой-ой. А я напомню, что в демон моде, а не в думит моде в этой игре умираешь с одного удара. Ну это так, для тех, кто считает, что легкая игра. А демон мод там еще усложненные атаки у врагов. Ой, что-то я послуп очень жестко. Так, ну надо тащить. Нормально. Ну, ну. Ну падает, ну что я делаю? На дно хочет. У нас же цель там демонов покарать. Ну а демоны на дне, вот она и хочет на дно. Все логично. Да, плохая попытка, но... О, отлично. Вот, так быстрее на третью стадию можно перейти. Хватит, да хватит от всего урон получать. Нет, это все. Не хочу даже время тратить. Без урончика. Ну, это стандартный урон. Без него никак. Ништяк. Давай, живи. Ой, а, так вот твоя рейдж, это стадия, смотри, сколько их тут. Да что ж ты делаешь, ну, пипец.
Блин, во-первых, тут платформы с другой частотой, как мне кажется. Это раз. Во-вторых, вот эти штуки летят явно намного чаще и, ну, атаки все быстрее, так что вот те роллеры, это яростная стадия. Это не то же самое, что первая стадия, только в другую сторону. Она чуть-чуть быстрее все как-то происходит. Ну и плюс, конечно, сбивает то, что она, ну, в другую сторону очень сбивает. Больше, чем можно подумать, по крайней мере, меня. Потому что тут уже как бы руки помнят относительно. Блин, я столько хп туда принес, пипец, и все слил. А в тот раз я принес одно хп и почти убил. Чё за... Я, честно говоря, думал, что уже убью, когда принес только хп туда. Может быть, из-за этого и не убил, надо было... Слишком самонадеялся. И, ну, легко тратил. Здоровье. Ну, это зря был получен урон. Блин, что-то я не понял, что он сверху полетит. Ну, стукнет, не знаю почему. Ну блин, ну кран. Ты бы что это задел? Опять он эту атаку сделал? Чего? Эй, а ты чё... Чё ты делаешь? Какой по центру? Тролль. Ой, ну это я слопок что-то. Вот он атакует сильнее намного. Быстрее.
Что, что, что? Какой? Чего? Там еще? Куда-то? Еще одна стадия вниз? Что? До ХП. Ну странно, я же ему один оставлял. Я думал, его уже убить можно. Видимо, его добивать нужно все-таки, когда вниз летишь. Ну, как бы до ХП, но всегда ждется окончание атаки. Так что, как бы, можно больше влезть чуть-чуть, чем предполагается. Ну, чем достаточно для изменения стадии. Поэтому, как бы, это не настолько четко. То есть он внезапно не прерывает свою атаку. Нет, не по времени. Вот здесь надо, чтобы меньше, чем 4 у него осталось ХП. Да он упорот. А, или нет, чё? Ну, что-то я хз вообще такое. Что это сейчас? Что это такое сейчас было? Ну, короче, там иногда немножко сложно определить, на скольки конкретных ХП он переходит, потому что, ну, пока атака закончится, ты успеваешь влить ему уже больше намного. Ну, вообще по ХП. А, три надо, значит, снять, чтобы он перешел во вторую. Не зашло. Да как ты не попал? Ну. Платформа такая тоненькая, что ли, да лол, ну можно не попасть на платформу, на жесть. Пофигу, не буду рестартить. Фу, ты забыл, какую кнопку нажимать. Да не падай ты, ёлки-палки. Практически без урона, вот только последняя атака. Да нифига себе он атакует, охренеть. Это не так совсем, как первый. Ну вот это что, хотите сказать то же самое, что ли? Это жесть, это вообще не то же самое. Он просто как-то резко все делает. И как-то выпячивается, по-моему, больше намного. Привет, попкорн.
Удаляй. Звезда ядрит. Ну да. Только что-то эта звезда на дно постоянно ломится. Как к себе домой. Да хороший на этого урон получает, ну. Лол, ну об камни, ну об камни-то. Ну у него осталось бы там, вообще, может, добил бы даже, если бы об камни дурацкий не задел. Вот это фейл просто был. Но у меня почему-то ощущение, что на четвертую стадию не обязательно ходить, ну потому что у него же остается копейки там вообще. Ну, короче, я начинаю привыкать к третьей стадии, ну, в общем-то, можно в целом жить-то. Ну, это фейл, ну, хотя как, в принципе, хп много, еще ладно, посмотрим. Ну, об это-то зачем тратить, ну? Ты чё, упоротая, что ли? Упоротая. Ой-ой-ой, нафиг. Да не получает об это урон, это же вообще... Да как об это урон получает? Ну я же уже тысячу раз это без урона проходил. Хитрицкая Ви. Вообще удаляй. Ну конечно, с одним хп еще протащу, просто как нефиг делать. Ну, я же жал. Вот же. Нормально же. Ну, с половинкой ТХП уж, ну точно затащу, ну прям вообще. Как можно с половинкой ХП не затащить?
Мало снял. То есть тут вот надо почти 4 снимать желательно на первой стаке. Ну, затупил вообще. Слоупок. Да не падает из платформы. Привет, Тераон. Ну блин, ну ты так вообще, тут. Ну все, нормально. Как можно урон в начале получить? Да лол, издевается что ли? Ну, жесть. Не, ну ладно, вот от этой хрени можно рандомно получить урон как-то там. Вот. Да, ну не гони! Ну без урона дошел. Об камень получил урон. Что? Лучшая просто попытка. Вот чуть-чуть больше урона влил, значит мне на второй стадии нужно будет урона влить чуть-чуть меньше. Тем более тут такая хорошая фаза. Ну вот. С минимальным уроном. Вторая. Да ну прыгай ты по платформам. Ви. Да она издевается. И да тут какие-то платформы то ли слоупочные, я не пойму, почему я не могу тут вернуться. Я уже привык к управлению налево, в общем-то, я вижу эти глазки его. Что-то у меня затраливает все равно на этой стадии. Я не понимаю. Ну, видимо, ну, как-то он быстрее все делает, понятно. Ну, вот что-то, блин, оно как-то вроде субъективное. Уже почти 200 смертей на этом боссе. По-моему, у меня в этой игре еще ни на одном боссе столько не было, даже на роботе. Или нет, или на роботе было все-таки. А, на роботе, по-моему, у меня было даже 300. Блин, не помню точно. Да, робот, конечно, меня подзадержал тоже. Да ты как? Ну как можно на таких стабильных атаках не получать, не то что получать урон, еще вниз падать, я просто не понимаю себя.
Просто элементарная атака, где там вообще урона не надо получать, падать, тем более не попасть по платформам. Там 90% поверхности это платформы и 10% это ямы. Я попал в яму. У удачи. Или у управления. Не знаю, и то подходит. Да не хочу с таким ураном. Нет, от мелких не самое сложное. Я просто пытаюсь урон нанести на самом деле. Если бы еще урон не пытался нанести, то от них как раз не очень сложно. Там скорее самое сложное, наверное, увернуться от этих... От центральной клешни, наверное, самое сложное. Да что такое? Да забыл я про огонь, ну как? Ну, с одной хпшечкой прям надо тащить. Ну, что там тащить-то с одной хпшечкой? Еще и кнопки перепутал. На самом деле, наверное, когда влево иду, самое сложное это по платформам попадать нормально, так как я хочу. Да лол, ну... Ну вот почему я попал? Ну не... Да не демон мод, а думит мод. Думит мод. Демон мод это просто хард, да. А думит мод это галочка, на которой нету полоски хп. Да там я, в принципе, огонь на центральной платформе и так понимаю, когда он есть. Просто, ну, как бы, в принципе, понимаю, да, но просто иногда, ну, как бы, понимаешь, одно дело понимать, другое дело, чтобы руками все правильно сделать. Да получил урон, ну что это? Удаляй вообще. То есть вот, я-то знаю, что там этот огонь, ну как бы... Вообще не в этом суть. Чё? А как он меня догнал? Боротый босс.
Сейчас неплохая попытка. Ну и тут урон не получил. И тут урон не получил. Вот. Вот зря, ну нафиг я все-таки попытался пройти эту атаку. Ну не знаю, все захотелось размиксить. В итоге слил просто хорошую попытку. Лучше бы я получил эти минус 20 и спокойно бы дальше прошел. Все, не буду нахрен пытаться эту атаку размиксить. Просто эта атака, значит, минус 20. Просто я как бы уже четко понимаю, когда это атака, да? То есть раньше я просто не мог еще четко понять, типа сейчас это атака будет или сейчас полетят эти штуки, да? А сейчас я понимаю четко, но это не мешает мне легко зафейлить как бы на ней. А, ему вообще даже не 3 надо, и меньше, что ли, тут странно. Что-то он быстро переключился как-то. Что? Вы это видели? Он 2 раза подряд сделал. Блин, охренеть. Ну хотя... Ну да, кто там говорил про вот эти, ну да, в принципе, они тут сложные. Ну да. Ну блин, заслуг получил. Ну что за слоупок? Ну что за слоупок? Привет, Ксипи. Не прошел еще. Что? Это типа для тебя удивление? Ничего, что я уже не первый стрим прохожу. А ты еще Гая не прошел. Бляй, зажёвано. Ну как это вообще было не вовремя? Ну не в тему, честно, были вот эти сейчас перышки, то есть они вообще совсем не в тему. Ну блин, что значит прогресс нехилый? Поизи, что за тащик, конечно. Вообще-то босс довольно сложный. По сути, по-моему, ну как, ну не знаю, сложно, конечно, оценить, самый сложный из тех, что были в этой игре или нет. Потому что, ну, каждый босс, когда я приходил, мне казался импосибру. Ну, по-моему, ну, один из самых сложных явно. Ну, наверное, ну, наравне с роботом, как минимум.
Ну вот, например, предыдущий босс цветок вообще был изич. Хоть кого-то убил за сегодняшний день. У меня просто что-то концентрация какая-то переменчивая. Я не могу, ну, то есть вот у меня поэтому, ну, видно, что у меня прогресс очень плавает, да, то есть то я без урона прохожу, то вообще вон 2,5 хп принес, что это? Ага, половинку, ну это победа. И дело даже не в рандоме, а так, а просто, ну, у меня просто что-то плавает концентрация. Вот без урона. Хотя атаки примерно такие же были, да ну. Без урона дошел. Ой, читор пришел. Все ему надо на слоумо со сейстейтами. Я не пытался ее размикрить, я просто случайно упал. Да нахрен я столько урона-то получил? Ну съел. Что, нет? А ничего, что ты Соников с читами проходишь? Причем жесткими. С картами, со сейвстейтами. С замедлениями, там, не знаю, еще с чем-то. Не, ну я понимаю, там первоапрельский был стрим побольше с замедлением. Это норм. Но... сейчас тоже реально читы пошли, ну, всякие там, ну карта это как бы, ну не то чтобы чит, но блин, извини, Соника проходить с картой. Как будто Метроид какой-то.
ты зашкварный. Ну, конечно, я перестал заходить, потому что нафиг мне на такое смотреть. Да блин, опять. Кушай, кушай. Сейчас я тебе кушалку-то отстрелю. Да ну, ну я, конечно, пошутил насчет куш. Упоролся, он просто упоролся. Никто тебя не ненавидит, просто я объяснил, почему на стримы не захожу. Все. Да ну, ну блин, он тупой босс, ну пипец. Какой же он потный. Еще б камень урон получил, ну охренеть. Че за игра повисла, лол. Сколько можно в эту яму падать? Не знаю, почему-то я все время пытаюсь на среднюю платформу сразу попасть. Ну потому что, в принципе, обычно туда летаю. Наверное, надо дать себе установку. Ни в коем случае не лететь сразу на среднюю. Всегда, даже если кажется, что долечу, все равно на левую. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Да ну хорош, ну, ну серьезно, ну пипец вообще, жесть. Ну от камней вроде увернулся и потом упал вниз и все, все это сбило сразу.
Ну, я сразу к нему сильно приблизился, потом эти полетели, уже там фиг размикришь такого расстояния. Прогресс-то был в начале стрима, а сейчас уже нету, потому что там пипец какой-то происходит. Ну, кстати, камни, по-моему, там с такой же частотой падают. Лол, я ему даже 3 хп не снес, а он все равно перешел. Мне кажется, как-то оно не багует, фиг знает. Что-то слишком быстро он перешел. Да ты чё, упоротый? Так почему он так быстро меня догнал? Это вообще законно? Так, ну блин, почти это было один раз, в другие разы там 2-2.5. И это не, ну как бы, все равно к нулю-то я не приближаюсь. То есть я застрял на этой позиции. Что это было сейчас? То есть я же говорю, прогресс был, да, я там один оставлял, два, но меньше-то не становится с каждым разом, даже в среднем. Ну вот это опять подстава просто была от игры сейчас. Экспериментальный вариант, вообще его не домашний, погляди, перейдет на следующую стадию. Ну, давай. Без проблем. Так и уворачиваться проще. Ну, наверное. Не, без разницы выращиваться на самом деле. В целом. Переидиот. Значит, реально от времени, что ли? Чё? Значит, надо его убивать быстрее, и тогда... Ну, то есть, на третьей стадии добивать, а не на четвертой. То есть с четвертой стадии, значит, действительно можно избежать. Тогда на, получай урона. Ну я, в принципе, урона и так максимум убил. Да, ну что это? Ну что он мной троллит все меня? Так, ну блин. Не, карта может быть бесконечной, то есть это вообще не, это как бы не объяснение. Ну, в смысле, как бы по логике-то, по идее, как бы, да, пещера-то она, ну, как бы конечная, да, должна быть, но в игре она может быть бесконечной просто, пока ты, когда получишь, нанесешь определенный урон, тогда она заканчивается, да, такое бывает в играх. Но в данном случае похоже, что нет. Не, плохой вариант. Все, не буду никакие тактики менять. Просто как обычно, все. А то начинается сейчас урон какой-то левый вообще абсолютно. Никому не нужный.
Вот опять я на центральную пошел. Ну ладно, пока повезло. Ну, слоупочка. Да что? Ой, слоупок, все, удаляю просто. Нет, я же там потом вниз. Я же потом вниз спускаюсь после третьей стадии. Помнишь, он там вниз повернул, а не наверх. Видимо, зигзаг. Слоупок. Слоупок 2. Блядь. Что-то у меня уже было такое настроение, мол, сейчас я добью босса. Оно позакончилось. Да что я делаю? Ты что, офигел что ли? Ну блин, ну практически же то же самое, ну практически то же самое. Ну просто я не мог вниз спуститься, экран долго слишком открывался. Ну так, ну это хорошая была попытка, хорошая. Такие попытки прибавляют настроение. Ну вот это была плохая попытка. То есть я там, в принципе, не особо прям так затупил, то есть, ну, просто, ну, сложно для пока что для меня. Вот это вот затупил, ну, это все. Так нет, четвертая стадия есть, ну, я же ее видел, но она от времени тоже. Я думаю, и пятая, наверное, есть, и шестая, и до бесконечности, походу. Просто, ну, надо раньше убить. Привет, психо 332. Сто лет мне никто на Goodgame не писал. Ну, в общем-то, потому что я сто лет на Goodgame не стримил. Ну, вообще, Goodgame использую сейчас чисто как плеер больше для СК2 ТВ, потому что... Ну, в смысле, я не выставляю даже сейчас игру. Просто написал другое. Ну потому что я и так Twitch выставляю. Мне лень еще одну выставлять. Не знаю, может потом все-таки начну выставлять. Для обоев. Четыре оставил. Камни ядритские. Черт.
Да ладно, тут можно было жить. Ну, я почему-то подумал, что он кусать сейчас будет. Охренеть, охренеть. Половинка хпшечки, даже меньше, ну. Да это бы сейчас атаку бы все жил бы, все убил бы, ну. Инфа сотка просто. Да ладно, сейчас убьем, короче. Изи катка босс вообще. Ладно, один урон фиксил. Ну, два это уже плохо. Ну что ж ты делаешь-то? Повторяй, короче. Ничего не обещаю, ничего не обещаю. Альферу. Да что ты получаешь урон-то на первой же атаке? Хорош. Честно говоря, я делал такой большой перерыв в Wings of V, наверное, в общем-то, из-за этого босса. То есть мне каждый раз такая была демотивация играть в Wings of V, потому что я понимал, что мне придется садиться за этого босса. Вот, и, ну, сейчас, если добью, то как бы все, ништяк. Можно жить дальше, играть дальше. Ням-ням-ням-ням-ням. Неплохо. Давай, живи, живи. Дурацкие камни. Да ну не падай ты, ну хорош. Ну вообще, ну испортил такую попытку. Уф. Паника. Когда просто падаешь, уже все, контроль полностью теряется. Блин, ну то он с камней начал, это просто идеально для урона. Мало нанес, ну отлично, ладно. Нет, камни, по-моему, нет. Мне вначале тоже так показалось, но, по-моему, нет. Камни не наносят урона. Хотя, конечно, надо внимательно посмотреть. Ну, вроде нет. Ну, по крайней мере, они насквозь пролетают так-то. Или наносят все-таки. Наносят? Да ладно, ну платформа не успела появиться, пиксель какой-то дурацкий. То как я...
Да нет, по-моему, не наносит особо. Дурацкая атака, дурацкая, соглашусь. Дурацкая атака. Привет, Тиркил. Это что-то вообще фейл какой-то. Будут твои реквесты TRKill? Будут, но потом. И по поводу блида, я все-таки не обещаю, что я точно пройду именно как ты говоришь. Просто игру пройду. Но именно твой реквест вообще хэзер, потому что, по-моему, он там что-то жесткий какой-то слишком. Ну, смотря насколько еще мне игра понравится. Не, ну это можно рестейкить. Уже 237 смертей на нем. Ништяк. Ну вот опять эта подстава, ну тупая. Блин, забыл куда он. Да что ты делаешь? Ну пипец. Ну блин, ну не попасть на платформу, ну это вообще жесть. Ну посмотрим, TRKill. Ну вначале я просто пройду, да? Ну чтобы посмотреть, что за игра. А потом уже будем смотреть, какие там челленджи, не челленджи. Здесь эта фаза нормально проходится, а там она упоротая. Они там летят с топкой какой-то. Да как об него я получил урон-то? Ну это тупо. Не
Сколько можно так падать? Да я еще не знаю, что за аркадный режим сложности, как минимум. Типа просто максимальный уровень сложности, что ли? Нормас, надо жить. ХЗ, как хочешь, надо жить. Ну блин, ну надо жить было. Ну как жить на этой атаке? Я вообще не знаю. Надо просто нарандомить, чтобы ее не было или что? Она жесткая, но она жестче, чем Wings of Fish, что ли, даже? Дело под камень подставился вообще. Ну как было это размиглить? Он слишком неудобные атаки сделал. Босс, ты неудобные атаки делаешь. Надо сделать такие атаки, чтобы мне было удобно уворачиваться. Да лол, я опять перепутал. Победа просто. Не, ну а что он делает атаки, от которых вообще неудобно уворачиваться? То есть я вначале прыгаю, а потом должен сразу еще прыгнуть, не успев приземлиться. Ну, мне не хватает просто этих двойных, там, тройных, четверных прыжков. Забыл. Нормас. И давай какие-нибудь камни там дурацкие. А, конечно. По-любому. Ну я просто там не мог уже попасть в волну, то есть он, я начал уже не на тех платформах, и там уже все, там надо это сразу ловить, как бы, а так это фиг понимаешь уже, это, как сказать, темп, когда уже начал неправильно вставать.
Короче, вот эти вот его летуны на третьей стадии просто все портят. Без них бы вот уже бы 100 лет бы назад это все. Ну, блин. Дурацкий босс. Ну, не хватало еще от них тут получать урон. На третьей стадии будете меня кушать, что сейчас-то? Время обеда не пришло еще. Ну, охренеть. Ладно. Пофиг, живем. Фу ты, опять чуть не забыл. Вот, время обеда пришло. Ну, Хеза, какая атака? Да ладно, ну удаляй! Ну удаляй, блин. Ну это вообще издевательство, просто издевательство. И причем атака опять халявная попалась. Ну как так-то? Он просто не хочет меня отпускать. Нет, не хочу. Ему там осталось просто три, наверное, три выстрела максимум. То и два вообще. И, кстати, нет, за третью стадию его нереально убить, по-любому четвертую будет. Ну, вроде бы. Ну, сколько я не выношу урона, все равно он на четвертую переходит. Причем вот я на третью стадию пришел, у меня было всего где-то половина здоровья. И прошел. А до этого я приходил, у меня там было почти полное, и сразу свивал. Вот просто вот как повезет. То есть вот пришел бы я сейчас почти полным и также прошел бы, то все, прошел бы босса. Ну, еще на этом терять, ага. Не, не хочу научиться проходить атаку, где он тремя клешнями бьет, потому что очевидно, что я и без этого смогу пройти. Но это всего минус 20, максимум минус 40 хп. Ну, я считаю, можно и без этого жить. Ну, просто ее тяжело очень. Да ты, ты упоротая, вид. Блин, ну вот почему я сорвался с платформы? Все же было хорошо, ну... Сейчас бы четвертая стадия началась бы, у меня было бы куча здоровья. Потому что я влил хорошо. Вот опять тролляка.
Нормально же сидели, ну. Да лол, получил опять урон от этой атаки дурацкой. Ты че, упоролся, что ли? Опять была такая хорошая попытка, ну... Почему я просто сливаю идеальные попытки, ну... Возможно, потому что я вижу, что они очень хорошие, и начинаю пытаться вообще влить еще больше, что ли? Не пойму. Окей. Вот и я о том же. Попытка была прям вот на тащи, но... Не нафидишь, не пройдешь. Но я уже нафидил 349. Пора бы уже пройти-то. Да удаляй! Ну! Неважно. Привет, Another Neko. Привет, Брим. Победитель. Да что я тут урона-то столько получаю? Так, без урончика, ну давай. Тут что-нибудь хорошее такое. Ага, отлично. Хорошая атака. Съесть ангела. Отлично, два раза съел. Прям то, что я ждал. А, еще посередине укус. Ну это прям то, что я ждал. Да, это лучшая попытка просто. Босс прям почувствовал, что я прошел без урона, и значит решил, надо поддаться.
Ну, по крайней мере, без урона, хотя влил, конечно, что-то очень мало. Да ну, ну слупок. Два раза подряд. А, заслупочил я. Сейчас добьем его, я думаю. Добьем все-таки. Ну не знаю, ну не может же он вечно сопротивляться, но. Надоест, сейчас отпустит. Ну опять что-то мало влил. Ням-ням-ням. Лол, слупок вообще. Спасибо, Алексей Альферов, за донат несуществующими деньгами. 15,9 пикоинов. Вернулся. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну ладно, в принципе, пофигу сойдет. Зато влил чуть больше. Забыл, куда он ударяет, черт. Забыл. Здесь вообще слупок. Ну все, короче, идеальная попытка. Пол хпшечки-то мне по-любому хватит, чтобы его убить. Нафиг ли тут убивать-то? Спасибо Роли за донат несуществующими деньгами. Какие вы точные цифры ты донатите? 15,9, 13,1. Видимо, очень точно оценили качество стрима. Экспертная оценка. И Альферов еще раз. Прям какого-то топича из меня делаете. Ну-ну-ну-ну-ну, живи, ну живи, ну. Ладно, не важно. Да ядрить вы упоролись, роли. Еще 14, что там прикольно с чем-то. Альферов, третий донат уже за последние 2 минуты. А смысл такими маленькими частями донатить? Ты же в курсе, да, что
Чем больше маленьких частей, тем больше Адольфа уходит. Не проще тогда просто стриму Адольфа задонатить? Да ладно, получил урон. Сейчас, подождите, нужно немножко передохнуть. .99 фикоинов. Да, как Эльдорадо. Так, ну что, собрались? Не, нифига не собрались. Ну ладно, все равно попробую. Ну я же говорю, нифига не собрались, лол. Оп-оп, ну как так-то, ну... Нельзя просто взять и не получить урон от какой-нибудь рандомной атаки. Чего я сейчас урон получил? Вы что, охренели, что ли? Да лол, ну получил урон, ну нафиг. Нифига себе. Да ну. Да, дофига там Адольфу ведет. Вообще удаляй. Подожди, почему разницы не имеет? А, разве? Ну, может быть, я просто упрочу. Ну давай, гипотетически хорошая попытка. Гипотетически. Дурацкая попытка.
Ну что это? Ну где острота? Острота? Не слышал. Ну удаляю вообще. А, правильно, что упал. На дне лучше таким попыткам. Опять не по строте, ну что за фигня? Мало потратил, ну ладно, зато без урона. Да лол, ну это вообще за шквар. Камешки. Смотрите, я зато на третьей стадии почти вынес его. Ну блин, ну как там уже тяжело было очень микрить. Затормозил. Да тут, ну, чуть не соскользнул. Ням-ням-ням-ням-ням. Вообще неплохо. Ну, это надо тащить. Сейчас какую-нибудь зашкварную серию атак сделает по-любому. Камни нет, это ништяк. Ну, это не ништяк, но один раз переживу. Да ладно, задел, ну нахрен, ну как, блин, какой потный босс, охренеть. Я дошел почти с полным здоровьем до сюда. Камни попались. Это вообще, ну, типа халява. Халявный урон практически. Да, Цалгрина. Игра Цалгрина. Первая коммерческая игра от него. Единственная пока что. Только там Цалгрин через N. Лол, ну, только лишь с одним уроном дошел до этой стадии. Лол, почти без урона. С одним уроном вот эту фигню дурацкую.
Ну почему? Ну так, такая была отличная попытка, просто такая была отличная попытка. Я все классно сделал, просто все классно было. Ну я просто три подряд урона получил от его рук, этих клешней. Я хз, с такими успехами тут долго еще буду сидеть. Сложность, ну он называется Mortal Mode, это типа средняя, то есть нормальная. И плюс там еще бы есть галочка Doomed Mode, это когда ты погибаешь с одного урона. Ну я, разумеется, без нее играю. То есть, ну, та сложность, которая по умолчанию дается. Есть еще Ангел мод, там типа все проще намного. А есть наоборот Демон мод, на котором там наоборот жесть такая, что пипец. Даже первый уровень фиг пройдешь. Получил урон от какой-то хрени. Я как раз Боша прошел за день до выхода этой игры. И как раз купил ее сразу в день релиза и начал проходить. Но потом перерывы начал делать. Ну, потому что все-таки жестко в нее постоянно играть. Да что это такое, ну? Ну давай. Да уже ее уже, по-моему, даже спидранят. Всякие там корейцы. Да ну. Ну ладно, зато урона выбил неплохо. Это сейчас было вообще просто непонятно, что такое. Я начал путать кнопки. Я перепутал стрельбу с прыжком. Сейчас. Ой, удаляй вообще. За час? Ну, за полтора часа, ну, неважно вообще. Захренеть просто. Ядрить за час на демон моде. Ты чё, он офигел что ли? Идеально. Бессмертие, а это точно не таз? Потому что что-то вообще звучит так нереально. Не, ну я понимаю, если были бы годы там тренировок, да, но игре-то всего не так много, ей там полгода. Когда можно было так затренить успеть? Только в нее что ли играли вот с момента выхода и больше ни во что? Сочувствую тогда такому человеку.
Да что же я получаю урон-то? Может, все-таки начать пытаться проходить эту кусачью атаку? Я хз прям. Потому что как бы из-за нее, может быть, не прохожу, ну так, теоретически. Но все-таки урон получаю, который мог бы не получать. Ну вот это просто затраливание, ну дурацкий. Когда с платформы падаешь, это все, можно просто выкидывать эту попытку эту. Потому что после этого невозможно вообще восстановить управление. Да все равно, демон... Я случайно запустил на демон моде один раз, и у меня это... Блин, я первый уровень не смог пройти. За час с чем-то. Точнее, там даже не первый уровень, там вот... Первый портал, откуда вылетали эти демоны все. Это просто там сущий хардкор. То есть я там потратил больше 100 смертей и не смог пройти. Потом я осознал, что я случайно включил демон мод, и переключился на обычный Mortal Mode и прошел за 2, по-моему, смерти. Чувствуешь разницу? Или вообще без смертей прошел. Ну, короче, там, ну, просто разница настолько колоссальная, что охренеть. Да ладно, ну получил урон, ну ни хрена себе. Ну, у меня тоже есть подкат. Ну только он на этом боссе бесполезен. Да там не надо всех перепрыгивать, там надо всех убить. Лол. Ну вот, где место с порталом, там надо всех убить. А это нереально. Ну, блин, я не знаю, для кого это реально, но для нормального человека это было нереально. Ну, по крайней мере, ну хз, ну, значит, я крабина, видимо. Раз я это вообще даже близко не смог. Не, ну близко смог, и там на самом деле я почти прошел. Но это после скольких попыток. А и это как бы вообще-то изичный так-то момент считается. А вот как вот это проходить там на демон моде, и это вообще дебей. Да только не вы, ну... Да ну нахрен, ну наконец-то! Ну охренеть теперь вообще, где сейф нахрен? Дайте сейф мне. Это сейф? Это кто? Погоди.
Где сейвик? Ну, пожалуйста. Есть, все. Фу. Жесть. Нормальный босс, нормальный. Ништяк вообще. 2222 смерти. Не, ну это жестко, вообще жестко пошло просто. А с ним поговоришь, что ли, может, или что? Ну чё, Ролли, я теперь жду от тебя прохождения. Так, что у нас тут есть? Несколько путей каких-то непонятных. Еще раз. На самом деле я не знаю, может быть, сейчас я посмотрю тут, что есть. Может быть, сейчас на самом деле уже заканчивать буду. Как бы босса прошел, мотивация теперь играть есть. А, это же рывок. А, я забыл, что это рывок. Интересно, следующий босс такой же будет просто пукан разрывающий. Тут уже уровни на самом деле и далеко не отдых. Я понял, предыдущий уровень я там тоже пострадал нормально. Ну а чё не сработало-то, пёрышко дурацкое. Да блин. Ладно, так не получится, значит. Вот что-то вот уже микро какое-то пошло. Давайте направо пока сходим, посмотрим, что тут у нас. О, вот они, ползучие гады. Так. Так, не так. Нет, там надо как-то... Сейчас, чуть не могу пока сообразить. Ой-ой-ой, прям сквозь эти... Нет, а, наверное, нужно один прыжок сделать, потом рывок, потом полет направо, падаешь, и потом прыжок. Наверное, вот такая последовательность. Прыжок, рывок, прыжок, и... А, или вот... Или так.
Прыжок, рывок. Ну теперь. Не, наверное, первый был. Не, мне кажется, второй все-таки удачно. Хотя хрен знает. Вначале, наверное, все-таки прыжок, потом полет. Или нет. Или я просто слишком поздно нажал. Не, ну главное, я босса прошел. Все, теперь можно хоть играть. О, нифига себе, они с двух ударов убивают. Значит, падаю, рывок направо, потом прыжок, наверное, направо вперед, еще там прыжок, и там уже хеза, посмотрим, что там. Ну, ага, там сейвик есть. Ну, блин, оно что-то зависло, ну, глюкануло. Это опять солгвиновские лаги. Как-то не так. Стоп, а как? Не понял мысль тогда. А, может, надо налево наверх забраться? Это лоу. Да что ж ты не допрыгиваешь-то, ну? Ну? Блин, ну ты... А, или тут надо убивать опять в воздухе эту тварь? Ну это вообще не очень. В общем, знаете что, наверное, все-таки, не знаю, что-то я прям прошел босса, мне так хорошо стало. Мне не хочется больше вот это вот этим заниматься сейчас. К тому же я уже больше 3 часов стримлю. Я слишком длинные стримы только по стартреку выдерживаю. Вот, так что, наверное, на этом будем заканчивать. Но. В Wings of Fi у нас прогресс. Неплохой, босса я убил, так что мотивация играть дальше у меня есть, так что возможно можно ожидать в ближайшее время еще стримов по Wings of Fi. Засяду как бы как-нибудь со свежей головой этот уровень, пойму, как здесь прыжок сделать, пойму, как там наверх, потому что сейчас я уже немножко после босса, конечно, устал, все-таки выматывает это довольно нормально так. Вот, да и вообще уже надо и обедать, и все, уже в пору ужинать на самом деле. Так, и почему у меня мышка захватывается? Вот. Ну, собственно, всем спасибо, что смотрели. Спасибо, что донатили несуществующими деньгами. Хотя, конечно, ну, как я уже говорил, или я не говорил, ну, большое, как бы, значение для меня это, конечно, не имеет. Ну, то есть, приятно, что, как бы, за внимание, да, то есть, что вы, как бы, тратите это, какие-то прикольные там. Вот, но все равно я их кому-нибудь потом передоначу, может быть, даже вам же и передоначу. Вот, ну, все, всем спасибо, увидимся на следующих стримах.